Председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахмеджанов встретился с активом Туркестанской области. В мероприятии приняли участие аким области Умирзак Шукеев и его заместители, руководители государственных, правоохранительных, местных исполнительных органов, а также акимы городов и районов. В ходе мероприятия глава антикоррупционной службы рассказал о проводимых в стране реформах в сфере противодействия коррупции. Он подробно остановился на проекте концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, разрабатываемой по поручению главы государства. Кроме того, глава агентства по противодействию коррупции остановился на статистике коррупционных преступлений в области. Также Марат Ахмеджанов представил активы области нового руководителя департамента агентства по туризму Туркестанской области генерал-майора Каната Кужахметова. До назначения на эту должность он занимал пост руководителя департамента агентства по Кызылординской области. В свою очередь, глава региона Умирзак Шукеев рассказал о результатах проводимой работы по реализации антикоррупционной политики в области. В настоящее время складываются новые подходы. Лучше не просто наказывать, а в корне пресекать коррупцию. Государственные служащие – граждане страны, которые не должны забывать о своей ответственности перед страной. Сегодня Туркестан известен не только во всем Казахстане, но и во всем тюркском мире. За этим наблюдает общественность. Жители этого региона – очень трудолюбивый народ, заняты своим делом, честно зарабатывают своим трудом. Мы усилим борьбу с коррупцией, будем работать сообща, сказал глава региона.